набор. Прекрасно выглядишь. Спасибо. В хорошей форме. Гала, ты посмотри на эту красоту. Нашу удивительную, в которую был влюблен весь мужской состав ансамбля «Лизгинка». И весь Дагестан. Ты осталась такая же красивая, такая же энергетика от тебя идет теплая. Это от депутата Госдумы Мурат Станиславович Гази. Он очень любит «Лизгинку». И от нас, от «Лизгинки». Так что вот так мы и дальше будем поддерживать. Вот наш правком наградил. Значит, ну, какие нужны лекарства, что, чтобы полностью мы могли, мы и в период карантина мы его поддерживали. Да, спасибо. И сейчас мы готовы, мы сейчас будем, значит, усиливать эту работу, мы будем помогать ветеранам с лекарствами, с общением, с вниманием, какими-то, значит, материальными, социальными пакетами, потому что век артиста очень короткий. Поэтому наш долг, наша задача эту работу проводить, беречь ветеранов, гордиться ими, и чтобы не было разрыва связи поколений. Чтобы кто сегодня танцует, понимали, что они завтрашние ветераны, и они должны вот этот стиль танца, вот это направление, эту изюминку, главное, вот это общение, как одна большая дружная семья, они должны это продолжать. Шарбулат, большое тебе спасибо. Вот что ты вот... Ну, как тебе сказать, вот ты не забываешь нас. Так что... Дай Бог тебе сил. Спасибо. Здоровья. Силы вы мне даете. Каждый маленький нюанс я был. Это вся моя жизнь. Когда у нас заканчивались репетиции, все знали, что час-полтора как минимум занимается наш опор, наш любимчик и такой дух, как он блинчики делал, да, это просто, да, вот какая отдача у него всегда была на сцене, и он был всегда очень строгий и справедливый человек. Все нормально, ты выглядишь хорошо. Эти все штучки, все, скоро будет все нормально. Держись, дух, с тобой великолепная семья, и мы будем приходить. Есть, родная.